Всех приветствую на моем канале, добро пожаловать, у вас 14 тысяч подписчиков у меня, чему я очень рада, всем желаю крепкого здоровья. В общем, сегодня хотела показать рецепт домашнего хлеба, хлеб белый, здесь у меня муки 850 грамм, я ее предварительно просеяла. Так, к ней добавляем 2 чайные ложки соли бугорком. И 2 чайные ложки сахара. Для начала все сухие ингредиенты мы смешаем. Затем добавляем дрожжи. Сухие дрожжи у меня, вот такие казмаевские. 1 столовую ложку. Это примерно около, где-то 10-15 грамм. Так, затем перемешаем. Все хорошенько сухие ингредиенты перемешиваем. Далее, как перемешали, добавляем водичку 500 миллилитров теплой воды. И также 50 либо 40 миллилитров растительного масла. Все. Нужно замесить тесто. Тесто должно быть мягким. Вот оно у меня мягкое. Немного прилипается к рукам, ну, ничего страшного. Чашу мультиварки нужно смазать растительным маслом по краям, полностью, чтобы хлеб наш не прилип. Смазываем края. Чашу смазали, теперь укладываем наше тесто. Его нужно разровнять по краям. Так прям хорошенько. Чтобы равномерное у нас получилось. Равномерный хлеб. Этот рецепт, по этому рецепту я готова второй раз. Первый раз мне понравилось, моей семье понравилось, поэтому решила поделиться рецептом с вами. Так, все выровняли. Ставим форму хлеба, мультиварку и устанавливаем программу хлеб. Так, хлеб. Также можно в духовой печи сделать. Вот программа 3 часа. Старт. Закрываем крышкой. 3 часа готовим. Прошло у нас 2 часа. Откроем крышку и перевернем наш хлеб. У меня он сильно поднялся. Немного вот прилип сюда. Ну ничего страшного. Сейчас я его переверну. Еще 1 час буду готовить. Так, вот я перевернула хлеб. Теперь 1 час еще готовится. Прошел еще 1 ровно час. Наш хлеб готов. Опа. Смотрите, какой у нас получился это место, где у меня поднялось. Так, горячий, ему дать обязательно остыть хотя бы полчаса. Потом можно будет разрезать. Смотрите, какой получился. Пропекся. Горячий еще, правда. Потом покажу в разрезе. Вот такой хлеб у нас получился в разрезе. Мягкий, воздушный. Так, всем спасибо за внимание. Всем желаю крепкого здоровья.